стоковая карта равнины, которая оказалась не такая уж простая, как я ее по-быстрому объезжал. Сейчас задача стоит полностью всю ее проехать, изучить все малейшие детали. Ну тут, короче говоря, с машинами тоже они тут далеко не каждая машина может проехать. Потому что дороги-то очень плохие, расквашенные. Есть вот озеро, большая вырубка с каким-то озерцом. Еще какие-то маленькие озерца, как видим, есть. Болото вот есть даже. Скалы. Так что тут и еще поток бурный в одном месте. Здесь много чего есть интересного. Стоковые машины очень плохо ездят. Вот тут есть такой неплохой два Урала. Называется Арматом. Обычно-то что-то как-то хуже поехал. Буксует здорово. А вот этот полярник на огромных колесах, в принципе, для этой карты неплохо подойдет. Ну что, это обычный Урал. Вроде бы 375-й Урал. Не 40-320, а именно старый 375-й. И на нем вот такую аэрографию сделали. В принципе, все то же самое. Воздушный фильтр вон там на крыле стоит. Тигр, и вот на дверях тоже какая-то проститутка нарисована на фоне тигра. Ведрёрко качается. Ну, вот на него можно цепи накинуть. Так что сейчас вот посмотрим. Машина сама неплохая. Проститутку мог бы не вставлять, конечно. В общем, короче, вот обычные колеса. Это внедорожные. Вторые внедорожные. И главное, с цепями. Так, ну, фигню эту снимем тут. Нафиг она мне нужна. Где она тут? Так, вот. Вот сама машина. Ну, обычный Урал, вот он нанес эту проститутку, правда, она в одежде, но что-то как-то вряд ли такое принесет удачу на таких дорогах. Из цепей он сделал. То есть, ну, такие вот подножки, чтобы лучше залезать, он же огромный. Полярник такой же Урал, только огромные колеса имеет. Ну, внутри. Да, внутрь можно попасть, кстати. Ой, баранка даже крутится. Прикольно. Так, еще раз внутрь. Нет, интересная машина. Ну, ладно, заводим. Ему даже вроде дифференциал не нужен подключать. Так, давай сейчас карту сразу поглядим. Как вот ее тут грамотно распоставить? В общем, короче... Как-то хитро. Хитро вечно все перепутано на этих долбанных картах. Ну, вроде в север туда. Так что правильно поставил. Ну, черт его знает. Короче говоря, тут вот стартовый гараж на таком островочке находится, огороженном бурным потоком. А потом сразу же к Северному озеру идет дорога. А это все расквасы такие. Ну, я обычно вот так как-то объезжаю по краю. А сейчас поподробнее. Вот на этом озере 4 островка. Мы туда сейчас и поедем. И скала заозерная еще есть. И овраг тоже заозерный. Вот эта местность. А тут березовое болото. Настоящее болото с огромным количеством островков. Вот будем пока вот этот сектор исследовать. Тут, разумеется, тоже овраг. Ну, центральный можно назвать овраг какой-нибудь. Ну, сейчас посмотрим. Короче, сейчас дуем к озеру. Там будем смотреть. Будем изучать, короче, эту карту, чтобы нанести ее на схему. Так, вот карту Урал. Вот поток идет, течет в южном направлении. На таких громадных колесах он едет неплохо. Он небольшой тут, он быстро кончается. Но бурный. Поехали. Вот это тоже место испытаний очень хорошее для машин. Обычно они всегда вяжут. А это прет. Да и прет. Елки, вот я обычно их давлю специально. Правда, он грязный делает. Раздавил. Шлюху загрязнило. Шлюха стала грязной. Дорога-то ведет... Боку, но можно ради приколу
взять, да и вброд проехать вроде как можно. Вроде как не должен. Ну, посмотрим. Чувствуется мощь этой машины. Вот заозерная скала показалась. Болотное озеро. Ой-ой-ой. Ну, на крутой берег даже им сложновато забраться. Так, а тут что? Понятно. Тут просто какой-то заезд, что там уже граница карты. Давай поборемся немного с этой водой. Вроде озеро не глубокое, и Урал должен его выдюжить. Ой. Сейчас не утонуть бы. Да если глубокое, смотрю. Нет, нет, ну вроде бы вымыл. Шлюха вымыла. Шлюха были. Юбку отмыли от грязи. Кстати, много дорог уходит. Давай сейчас вернемся и вот так вот проедем. А так в целом вот к оврагу поедем. Еще реально вымыл там. Красиво стал. Лучше бы какой-нибудь из карточной колоды что-нибудь бы сделал. Больше бы. Ну, вот прикол. Вон эти деревья. Ну, можно их додавить уже. Да? Какая, сколько грязи. Весь в грязи. Это опять бурный поток. Тут еще вон дорога одна выходит. Такие деревца вообще давит, без проблем. Но грязный, как собака. Так что надо будет заехать опять. Тут дорога довольно жижистая. Это еще более жижистая. Там гранизок, какие тут буераки. Ну, действительно, видны острова. Давай, зараза, помойся. Помой свои причиндалы, как говорится. Где тут яма-то? Ну, такая всеобъемлющая чистка машины, как говорится. Пытания такие зверские для него. Хотя шноркеля что-то у нее не видно, но прет не будет. Так, заозерная скала. Тут бензиновая бочечка. Везде грязь. Пока без дифференциала прет огромные колеса. Сверхбаллоны. Так, вот скала. Давайте позырим. Заозерная. Рядом овраг совсем находится. Сейчас правее к оврагу. А вообще попремся вдоль северной границы, наверное, картой же, небось. Вот сюда тут какой-то пилорама там или еще что-то находится. Вот надо вот туда ехать. Посмотреть. И обязательно вот эти посмотреть. Ну, это какие-то маленькие озерца. Ну, посмотрим. Посмотрим. Потом на болото поедем и овраг изучим. Нет, такая карта не очень большая, но все равно. На ней тоже интересно. Много точек. Ну, не такая уж она маленькая, честно говоря. Небольшая, но и не маленькая. Давай в овраг. О, заозерный овраг. Прошу любить и жаловать.
Там уже Берекузер. Старый, как видимо, враг. Сейчас посмотрим, как он его одолеет. Много камней. Для машины тяжелая тоже этот овраг. Вот. Заозерный овраг. Ну чё, прёт неплохо. Сейчас, наверное, выйдет. Испытываем. А машину, кстати, здорово помыло. Так. Вот это такая очень грязная тут дорога ведет. Тут такой небольшой чистый участок, где можно гонять. Обычно тут испытания у меня проводятся. На севере я обычно не заезжаю. Ну, сейчас вернемся опять на северную дорогу. Так, ради. Вот очень плохое место. А тут если застрял. Ну, машина плохая. Не застрял, то суперская. Наверное, в этом озере мыться можно. Так, первый узнать. Так, ну-ка, куда ехать-то? Нет, наверное, не... Вот на эту, наверное, дорогу надо. Вот на эту. Давай. Нет, что-то без дифференциала уже не хочет влезать. Буксует. Не залезет? Не, залез, залез. Даже без подключения влез, молодец. Давай в дырку в этом. Грязный, как собака. Когда давишь елки, он как черт становится. Почему-то. О, тут сарай. Раздолбанный сарай. Это где? Вот это. Сарай. Если что, дифференциал в руку. Так, разнесенный сарай, короче. А тут что такое? Скала или какое-то тоже здание? Да, это еще надо найти. Ну, пойдем проверим. Ой, я вижу его. Тоже, наверное, такой же сарай. Могу ли я пройти через деревья? Что-то густовато. Так, не понял, куда я еду. Нет, ни сюда, ни сюда. Деревья мешают. А, ну вон я вижу, вон этот сарай, вон он. Вот он рядом. Машину здорово цепляет. Она же огромная. Урал.
херни вылезти. Вот зря сюда забрался. Эту, видишь, он ему не сломать это дерево. Пошел ли. Давай, давай, давай. Зараза опять цепляет. А что-то делать? Куда-то сдвинуть его. Ну-ка, давай-ка. Не надо было так... Ой, фиг сдвинешь. Он же огромный. Что делать-то? Чего делать? Да, такое на таких огромных колесах и фиг сдвинешь, поэтому надо аккуратно себя вести. Ну давай, 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 давай. Давай, давай, все нормально. Давай, 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 давай. Там сарай, короче. Особо там в высоту не надо забираться. Так, давай думать, куда дальше ехать. Давай на эту дорогу и туда, вдоль границы поедем. Эти дерево. Так, что такие тут стоят в лесу, два сарая. Разрушенные сараи. Какая-то, какой-то ручей. Или канал. Тут дорога-то как таковая есть, или я прямо по лесу еду? Да, по сути, прямо по лесу. Надо, чтобы не за не застрять в деревьях опять. Застревать особо желание. Ох, какая тут каша. О, везде каша. Уха вон огромная. Это что такое? А, ну это, слушай, это никакие не озера, это просто такие пруды. Пруды, это пруды, короче. Вот один из таких прудов. Это не озера, а пруды. Вот это все тянутся пруды. Сейчас надо бы налево выворачивать, чтобы добраться до пилорамы. Налево. Давай, вытягивай, голубчик. Сплошные каши везде тянутся. Ну, по прямой. 5 ливень.
Так, ну-ка. Ну, сейчас давай направо. Уже тут пилорама это рядом. Ну, сейчас увидим, что это такой склад или пилорама. Как прыгает на ко мне. Тут какая-то вырубка. Ну, здесь какая-то вырубка тянется. Старая вырубка, кажется. На этой карте много. Во! Во, какие каши! Офигеть. Ну вообще. Тут так во. Там машина стоит. Сейчас давай смотреть, куда ехать. Тут вообще хрен знает, как забуксовал. Так, налево, налево. Ну что, надо включать, наверное, дифференциал, потому что зверские такие буксовки идут. И уехать. Страшная грязь. Вот это страшные грязи отмечены. И тут страшные грязи, короче. Где пошире, тут не нормальная дорога, а наоборот, еще более жуткая грязь. КамАЗ стоит. Такому КамАЗу тут чушь проедет. Реально. Готов. О! Пушка. Это лесной склад, короче. Это лесной склад. Находится лесной склад здесь. Ну фиг его знает, как ехать. Ну давай поедем сейчас по грязи. Там еще машина. И свернем потом вот сюда, наверное, можно будет вот по всему этому участку проехать. Потом вот так вот как-нибудь вот это посмотрим. Это, наверное, слушай, какие-то... Так, подожди. Там вот где-то еще домики какие-то должны быть. Не тут ли они где-то? Два домика. И на болото поедем, да. Посмотрим. Все тут осмотрим и по оврагу проедем. А дальше вот уже будем глядеть. Тут вот это будет большая вырубка, тоже ее будем осматривать. Обязательно вот к этой скале прокатимся. Вот как-нибудь вот, может, по кругу, и потом уже вырубку будем осматривать. В общем, так вот, такая идея, как говорится, поездка. Да, тут дофигища бревен валяется прямо в грязи. Все жутко расквашено. После вырубки леса вообще... Жуткая грязь наступает, изувеченная земля. Так, ну чё нафиг, как отсюда выезжать? Тупик надо сейчас заворот. Давай, делай заворот. Карта не самая лучшая для поездок. Требуется тут мастерство определенное. Вот какие-то интересные штуковины накручены на редуктор. Так, сейчас куда? Прямо по вот этой расквашенной дороге. Вечереет, однако. Да, такое место дорогой назвать. Такой красивый закат. Зеленый.
не шел интенсивно, как бутылочный цвет. Ну-ка посмотрим, что внутри творится. Ну, в принципе, можно вот и внутри неплохо ехать. Баранка как-то крутится. Спидометр, тахометр, обязательно давление тормозной системы, наверное. Покрышка к давлению. В принципе, за баранкой его тоже неплохо сидит. Почувствует себя шофером. Напоминает реальный Урал, короче. Да, тут не везде сделано салоны, и тем более баранки не везде. Любые буераки берет без проблем. Какие каши тут. Михалыча только вот нет. Прокол в этом смысле. Он камень у него в бампере застрял. Так, куда добрался? В конец, да, дороги. Сейчас будем, наверное, поворачивать и поедем в западном куда-нибудь. А, ну и поедем так вот и поедем по прямой. До самого брода. А здесь вот снова на грязь тут свернем. Еще не забудем ЗИЛ посмотреть. Старый это ЗИЛ означает. Так, направо, направо, сейчас сюда. Сейчас еще посмотрим. Ага, и по прямой. Тут все в этих долбанных камнях. Сплошные каменистые росы. Так, ну что тут как быть? По прямой надо как-то прорываться. По прямой, чтобы выехать вот на эту дорогу. Ну давай попробуем. Наверное, недалеко сейчас прорвемся. Главное в ветви не попасть. Так, смотрим. Сейчас это будет нужное нам. Подожди, подожди. Вот сейчас давай. Так, направо, направо. Так, уже выезжаем на дорогу.Ференциал бы не ломанул. Риск ломануть дифференциал. Так, ну что, правильно выехал? Да-да. Снова лужи и по прямой. Сейчас все, никуда не сворачиваем. Поехали по прямой. Сначала две учебных карты будет исследовать. Вон цветы эти светятся. Ну и что, по грязной дороге поехали. А, кстати, гандоны из Ютуба могут банить. Даже за там, если в играх там какой-то есть элемент порнухи, то забанят.
где там это, ну, голые бабы, как это называют. Поэтому это не особо-то все желательно ставить. Ну, она вроде как не голая, но такой вид шлюшный сделал. Опять же, да, смотря кого, другого-то им может не забанить. Любимчика какого. Там это нечестная такая структура. Вообще непонятно. Так что цепи на сверхбаллонах очень неплохо помогают. Вот как такой овраг получился с рытые берега. Ну что, правильно так едем. Почувствую мощь тигра. Типа. А еще тут два таких Урала есть. Черных матовых. Там на одном медведь, как бы ярость медведя, и на другом пантера. Но у них, похоже, проходимость не особо хорошая. Проехать-то где-нибудь можно, но не по таким дорогам. Это вообще классно прет на цепях. Еще вот есть какие машины на цепях, но там надо проверять. Мне кажется, есть намного хуже. Это вот парет вообще отлично. На громадных колесах. Нигде не проскальзывает. Ну, конечно, утопить их можно. Если глубоко, так это утонет на 100%. Так, где мы сейчас? Так, продолжается движение. Скоро уже приедем. Это хамабру, чтобы было как днем. Надо все осветить, чтобы было как днем. Врубить бешеный свет. Короче, чтобы это спасет кого-то. Кого спасет, кто где-то затаился там в темноте. И кто все ярко осветил, наоборот. От страха. Причем осветил-то от страха. Стоит тут везде каши. Эта карта и в 16-й версии есть. Старая карта. Дифференциал все время выломать, когда если так. О, поляна какая-то. Ну это все, вот это все тянется старые вырубки. Тут она вообще огромная, тут вот поменьше. Это все места вырубок. Зэковые такие старые лагерные вырубки. Вот тут вышка стоит. Что пудовая, это понятно, что это тут были зэки. Ну, сталинские, наверное, какие-нибудь гулажные, наверное, они там могут долгие годы стоять. Если климат северный, там дерево меньше разрушается. О, кстати, вот поток уже, все. Давай смотреть. Ну, туда ехать нет смысла, сейчас вот сюда поедем. Было раньше завернуть. Заодно испытаем себя на склоне. Здесь так-то тянет неплохо. Прямо по склону шурует. С
цветы-то, однако, светятся. Колдовской цвет цветов. Очень прикольно. Сколько? 2 часа ночи. Да. Вот тебе и... Как говорится. Сейчас, в общем, поедем. И тут, наверное, две избушки стоят. Вот так. Проверим. Обязательно старого этого посетим. Чтоб скорее расцвело что-то. Значит, и неохота тут копошиться. Плохо видно. На болото вот попрем, когда уже расцветет. Надо как-то будет проникнуть на болото. Потом по врагу что ли проехать. Но это тоже непростая задача. Там вон еще тоже какой-то объект есть. Но туда вот полезем, полезем. Полезем. Сейчас будем думать. Вот это только огромные лужи, понятно. Ну, особых красот тут нет. Это лагерная вырубка. Красот природы, как говорится, тут никаких нет. Старая лагерная вырубка. Зона. Добро пожаловать в зону. Там вон светятся огни стартового гаража. Вдалеке видны. Это туда ведет грязная дорога. Все широкие раскатыши, это вообще капец. Ну, начинает один раскатил, другой раскатил. И начинают раскатывать. Пока деревья не упрутся, так все и раскатывают. Молодняк весь раскатают и начинают. Пока там большие деревья начинают в этой каше потом выбирать участки для чтобы их туда кидают, конечно, и стволы новые, это все сразу же утупает. Надо воду отводить. Но лень, кто не хочет, получается жуткая фигня. Некоторые штуки и в такое могут проехать. На сверхбаллонах, почему, в принципе. Наверное, реально. Это сверхбаллоны обязательно. Вверх баллон-то громадная покрышка под метр, в которой как бы низкое давление на грунт создает. Поэтому он не тонет. Но гидравлики еще круче, когда поднимать. Так, куда это мы сейчас? По прямой сейчас вот будем ЗИЛ старый нагонять. Старого старика, давай. Где-то там старый. Тут уже дороги все расходятся, этот раскаток. Давай, старый, где-то там. Да вот хорошая машина. Да, а вот такой вариант на низких покрышках что-то не особо понравился. Так, слушай, я его проехал. Он где-то вот сюда, наверное, что ли. Ну, давай сейчас посмотрим. Старая. Старая, старая вишенка. Видишь, без дифференциала какая-то хрень идет. Так, вот. Сейчас ломает дифференциал. Вот этот старый. Старый. Старый стоит у сарая раздробленного. Стоп, а где изба-то? Надо еще искать. Тут даже электричество подведено. Старый. Старый. Старик. Старый. Короче, старый вот найден. Вот это еще что за домик. Так, сколько там? 4.27. Все, скоро уже начнет светать. Старый. Старый. Он тягач. Наверное, ему... А, ну тут изба вообще. Изба. Короче, такой кордон. Старый кордон. Это можно так и назвать. Старый кордон.
Тут еще сейчас одна изба будет. Сейчас будем... Вон это, зоновая вырубка. Тут получается вот... Они что, отделены? Вот, вот тут небольшая, да, получается вырубка. Основная это вот здесь. Да. Ну что, когда там светать-то будет? 5 уже утра, и должно сейчас светать старый. Старый. Птица-то как? Пока спят. Ночью, видишь, птица на гуду не реагирует. Эта проститутка, как вид какой-то ведьмы имеет на темном фоне. Такое я не особо люблю. На светлом еще бы ничего, на темном не особо. О, все, светает. Все. А ближний свет у него так и остается, кстати. Так что сейчас едем изучать вторую избу. Давай. Вот сама вырубка. Поляна пока. Пней уже давно нет, так что, в принципе, можно кататься. Куда едем? Ну, вот это в том направлении, там деревья могут быть. Посмотри. Старая вешалка. А вот эта изба. Сейчас туда приедем. Ну да, просто старый такой домик. Ничего особо интересного тут нет. Две избушки, вот мы их нашли. Ну что, теперь куда? Старая. Старая. На болото, наверное, надо ехать. Сейчас, значит, на эту дорогу давай. И поедем к болоту. Какой там дождевое небо там. Правильно? Ну да. Все заболочено тут. Сейчас едем по прямой, но главное, ну, можно прямо у этого болота свернуть и поедем на болото. Все его тщательно объедем, проедем прямо через него. И потом можно будет вот как-то здесь как-то вырулить и к оврагу вот этому подъехать. Спустимся и по оврагу до самого конца. Такое вот испытание. Что такая карта, что тут надо планомерно возвращаться к одному месту. При том, что дороги тут плохие. Далеко она не проста. Это простая карта. Как только кажется. Уралас. Миас. Основан как Уралзис. Стал Уралазом. Поедем. Тут какая-то фигня, враг.
Ну, сейчас давай все равно будем думать, как направо свернуть. Надо сейчас направо в сторону болота. Есть машины, которые вообще из колеи не могут выйти. А я вот легко выходит. Так, ну-ка. А все, это уже болото. По прямой на то уже болото. Там еще надо через деревья продраться. А это, да, это такие пруды. Ну, как заболоченное просто место. Это, по сути, никакой там не водоем, это просто заболоченное место. Так, а где болото? А, во, мимо проскочили, давай назад. О, стоп. Бежит дифференциал. Легко он эти давит деревцам. В общем, вот оно, болото. Березовое болото. Множество мелких островков. Вот сейчас его вдоль поперек съездим. Короче, ну, поехали по прямой. Множество таких мелких островков. Такое болото. Не вода там или какие-то заводи, а вот именно островки. Цветы вон растут. На болотах. Болото небольшое, можно даже ради смеха все его объехать по кругу. Так озеро-то проехал, тут даже проще, чем в озере. В принципе, ничего тут такого экстраординарного я не вижу для такой машины. Хотя другую, конечно, было бы не проехать. Москвич-то, конечно, понятно, где мы взяли. Обтекает колесо, ли он там уже вырубка рядом. Какие островки, очень легко колесо едет. Колеса хорошо ему намыло. Березы словно арку образуют. Волшебный портал. Так, давай смотреть. Так, что-то тут все перекрутилось. Вот сейчас по прямой давай. И прямо к оврагу. А хотя, слушай, не, вообще давай по прямой вот сюда, чтобы попасть. Там, правда, тоже фигово будет. Ну, давай, давай. Так что болото прощай. Какой сложности ты таким громадным покрышком не составил. Какие цветы оранжевые. Давай чуть правее. Вот там дорогу я уже вижу. Через молотняк. Молодняк реально сносится, ко мне возрастает. По прямой. Сейчас где-то овраг будет искать.
подальше. И по оврагу сейчас попремся. Овраг не тяжелый, но проедем. Главное испытание будет овраг. Ну, когда загоним его на бревна, посмотрим, что он на бревнах-то проедет. Бревна аж покраснели, что-то от торпа, наверное. Вышибло дифференциал, конечно. Проехал. Так, где овраг? Где овраг? Вот овраг, да? Ну, как позырим. Давай сразу позырим. Мне кажется, вот овраг. Ага, съезжаем. Главное не свалиться. О, это не особо-то нравится. Кривовато все. На такой огромной машине. Но все равно съехал. Все, поехали теперь по оврагу до самого конца. Он сухой, но много вот этих торфяных камней. И он может тоже вязнуть. Торфяники эти, долбаные. Ну, рыли что-то, я думаю, это как карьер. Когда-то будет. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Тяжело ему на этих камнях, конечно, приходится. Так, все, он тут сейчас кончится. Посмотрим. Вот слушай, он тут кончается, такой короткий. Потом снова пойдет. Так что тут как бы... Ну, такой он. Еще один получается овраг. По прямой, по прямой. Будем до конца оврага. Ну, как вниз кардан повешен, да и ходы-то какие мощные подвесы. Давай, давай, правее. Вот начало. Тут попроще на распить. Это вот, да, громадная вырубка. Офигеть, офигительная, где там озерцо есть. Вот оно уже там рядом. Сейчас по оврагу попрыгну. Ехать тут не просто, грунт кривой, много камней. Так, поднимаемся. Перемычек много на этом овраге. Есть он огромные перепады. Сразу же дифференциал уже остается. Ну едем что в конец, так и будем по этому оврагу идти. Там уже кое-где деревья большие. Срыли что-то тут рыли. Давай, давай. Продолжаем движение. Все, какой-то пожухлое. Так, встал колесом на камень, это круто. Пока все, конец оврага. Конец.
Так, ну что делаем? Сейчас выбираемся вот на эту, во-первых, дорогу. Выбираемся, это значит правее сейчас поедем. И поедем, что, в конец прямо туда, к скале. Тут какая-то лесопилка, что ли. И потом мы уже по краю. Вот приблизительно сюда. И потом на вырубку. Вот возвращаемся, будем по вырубке в конце кататься. Так, вся по карта уже практически исследована. Какие-то россыпи небольшие. Вот тут даже мост, слушай, есть, а я его не видел. Это где такое? Чудо в перьях. Вот мост. Это мост. Где старый находится. Ну что, поехали, на мост прорвем. Да, если детально изучать карту, можно много чего обнаружить. При беглом осмотре не получается. Давай надо повернуть что-то. Вроде нормально. На мост его загоняем. Надо поаккуратнее, чтобы не пропить. Вот так он на мосту стоит. Поехали. Возвращаемся сейчас на дорогу. Тут вроде как по травине, ну вот тут корни, короче, растут по суше. Вон там старый кто стоит. Старик, старый кордон. Старый стоит. Да. Что, теперь, наверное, направо надо? Налево даже. Налево. Давай сейчас смотреть. Ну да, так и надо ехать по этой дороге. Сейчас посмотрим. Завернем. Так. И прямо по дороге. В конец. Вот прямо к скале поедем сейчас. Вдоль границы, короче. Поехали. По колее, по сути, надо ехать. Лесная такая идет дорога, вроде относительно неплохая. По сравнению с теми жижами, вроде как вполне нормально. Даже корней нет. Так что вот это хорошая лесная дорога. По сосняку едем. В общем, это сосновый лес, вот это хороший. Не было вырубок такого. Дорога хорошая. Вырубки разрушают грунт. Катастрофу там делают, если глобальные группы делают. По красоте, как говорится, едем. Там лужа будет где-то впереди. Вот сейчас пошли каши, там будет лужа.
Ну вот, я уже вижу. Пошел дождик. Морозилка. Но солнце светит. Легко преодолевает. Громадные колеса без проблем. По сути, ему даже в колею не обязательно забираться. Он так неплохо едет. Тут же грязь пошла. Ехать хуже. Так, вон это вырубка. Так, вон скала, скала, лесная скала. С этой долбанной картой ни хрена не понять. Вот скала. Сейчас надо будет вот это еще изучить. Что это за пилорама такая? Так что тут стоит скала. Вот она. Сосновая скала, наверное, можно назвать. Кстати, сосен. Так, тут какой-то овраг тянется. Блин, ну вот нифига не вижу. По прямой надо ехать. И сейчас вот искать пилораму эту. По прямой слева. Где-то рядом пилорама. Но он вроде что-то торчит, я туда проеду. Корни на дороге. Тут вроде как сухо. Вот такой небольшой овражек. Эти лесопереработочный какой-то агрегат стоит. А вон, вон изба. Понятно. Такая тут у них. А ну лесопилка, это лесопилка. Лесопилка. Пошел ливенек. Давай смотреть сейчас, куда ехать. Блин, блинский, нифига не видно, куда ехать. Ну, по прямой, наверное, да, надо ехать. И туда, туда. Опять каши тянутся. Там он уже вырубки пошли.
уже тянутся зарастающие вырубки. Без дифференциала колеса ненормально работают. Так, лучом. Да, лужи идеально круглые. Ну, по лужам, короче. Все в камнях. Тут некоторые машины приходилось все время на лебедках выдергивать. Нифига не едет. Ну, желательно подбирать карту, где он там хоть как-то может ехать. Издеваться над машинами. Заросшая такая дорога. Давай смотреть, куда едем. Так, ну, вроде как правильно, вот сейчас до сюда доедем как-то. И повернем уже, чтобы ехать, покататься чуть по вырубке. И к концу уже потом поедем здесь. Все, карта вся изучена. Да. Побывал во многих местах, где необычно вообще не бывает. Галопом, да это так, обзорно, туда-сюда зашел. Тут более просто. Тут опять овраг какой-то. Ну как бы эту карту посчитал ерундовой, хотя... Ну, конечно, она никакая не равнина, тут тоже холмов-то хватает. Так, одно название равнина. Тут же и скалы есть, и там. Какая пересеченная дорога, к черту равнина. Идеальная равнина, да. Но тут нет. Вот какие пересеченки тут. Ну что, едем. Там вон мост сейчас опять будет. Это где? Получается, вот здесь мост есть. И вот здесь тоже мост есть. Да, круто. Мосты через какие-то канавы. Так, тут что-то валяется на мосту на этом. Наверное, проедем. Ой, как должен. Мост. Канава, короче. Поехали. Там что-то какое-то белеет. Ну, наверное, камни скрылись. Посмотрим. Какие-то опять пустоши тут. Овраг какой-то, овраг это. В общем, короче, все это овраги. Еще один овраг, короче. Причем прилично, я смотрю, по размеру. Сейчас надо его объезжать, короче, как-нибудь. Там глубоко можно и навернуться. Еще один овраг. Каменный овраг.
Что-то вечереет, что ли? Конечно. Скоро будет ночь опять. Да, вон какая-то машина неоткрытая где-то стоит. Ну, наверное, не столь важно ее открывать, короче говоря. Тут местность очень фиговая. Все в лесоповалах каких-то. Мне, короче, на фрукту сейчас возвращаться будет. Вот тут гараж, слушай, гараж, офигеть. Я вот не хотел сюда ехать, а тут оказывается гараж. Ну, наверное, открытый, не знаю. Тут гараж, короче. А где ж я был? А, ну это, слушай, это вообще другое место. Это думал, я уже сюда приехал. Нет. Вот где там склад-то. Нет. Ты обнаружил гараж, короче. Ну и там машина, соответственно, стоит где-то на дороге. Ну сейчас поедем как-то вот так. Потом на улицу. Что тут гараж? Посмотрим, открыт, закрыт. Гараж. Недоступен, закрытый гараж. Так, ну ладно. Давай подсветим обстановочку. Куда ехать? Так, надо как-то по прямой ехать. Давай вот сюда. А, во! Огромный тягач. Это МАЗ. МАЗ 7310. Ну чё, едем по прямой. Все в кашах таких. Главное не заплутать вот. Так, давай смотреть, куда вообще ты забрался. Там бы надо бы правее вообще. Давай, тут дорога есть. Блин, ну куда попал? Слушай, вот не туда поехал. Надо заворачивать. Нет, надо заворачивать.
фигню попал. Да блин, не сюда. Да, такой варварский способ, в общем-то, поворот сделал. Ну, ты бы там переломал. Ну, правда, он это дерево бы в реале такой снес, конечно. Давай сюда, на дорогу. А мне кажется, звук КамАЗа. Фига, это не Урала, а КамАЗа. Так, ну чё, все правильно, пошли по прямой по этой дороге. Это звук КамАЗа. Фига, не Урала. Ведро прикольно. Иногда метлу поставят, а иногда ведро. Прикольно. Так, ну что, движение продолжается. Фиг знает, по какой лучше ехать. Не знаю. Совсем узко. Разряд туда забрался. Ну, попробуем. Протиснуться. Дерево вот прямо на дороге. А как же накат этой? Это, конечно, не явно недоработка. Как-то делов. Как же может быть накат? Прямо дерево огромное. Наверняка бы его не спилили. Сломали бы. Ну так, вот это проезжаем. Заболоченное тут место. Так. По прямой. Много дорог. Поляна такая. Заболоченная поляна. Тут все по воде надо ехать. Тут целый водоем. Заболоченная поляна получается. Ну все, тут уже не остается недалече. Сворачиваем, потом выезжаем на вырубку. Подобные лужи вообще для него не проблема. Правда, без дифференциала иногда не будет. Может буксовать без дифференциала колеса зазря прокручивают. Получается фигня. Так, ну тут кошевитка. Кошеварка, короче. Остров Кошеварова. Тут одна каша. Так, на кошеварку мы сейчас не поедем. Сейчас сразу налево. Возвращаемся. На, тут уже на поляну возвращаемся. Где вырубка.
Так, продолжается движение. Где-то здесь начало вырубки. Большая вырубка. Там полно везде цветов. Заразы, нет луны, так они придумали цветы же. Птицы спят. В общем, все, можно сворачивать на эту долбанную вырубку и кататься по ней. Туман так бегает. Особо грунт он, как видим, не снимает. Нормально едет. Таинственно ночью на этой вырубке. Точка разведки. Три 20. Начало вырубки этой. Как будто голос человека. Это просто тормозная система так работает. Надо дождаться рассвета, потому что что-то неохота ночью. Изучать эту вырубку. Ой, изба стоит. А где это? Так, ну-ка посмотрим. Так, где? О! Так. Вот здесь, что ли? Ну вот здесь где-то. Вот здесь. Да, круто. Еще одна изба, короче, обнаружена. Давай проедем, посмотрим. Одна она тут стоит. Сторожка просто. Толчок знаменитый. Фиг пойми, она одна тут, не одна. Какое-то озерцо там еще есть. Можно сейчас прорваться к озерцу, попробовать. Наверное, похоже, одна такая. Так, где это озерцо? Чуть правее. Какая-нибудь, наверное, болотце просто. Сейчас посмотрим.
фактически по нему еду. А вон тут точка, точка еще секретная. Вот это что? Вот это и есть оно. Какой-то лунга просто. Какая-то просто лужа, неинтересная. Только что точку обнаружили. Все, она расцветает. Короче говоря, надо на вылетку возвращаться. Как их загрязнило опять. Так, итак, где мы находимся? Пока нифига еще до вырубки, не дай, он сейчас левее. Давай искать места, надо левее. Опять ты уехал на дорогу, надо левее. На вырубку перейти. Да и скорее это дело кончается. Поедем сейчас по вырубке, да и все надо. Долго я тоже вышел по этой карте, тоже не быстро. Так, вот этот дом. Это вообще одна сторожка такая. Вот этот дом. Не кордон, а просто даже сторожка. Ну что, на выруб. К озерцу сейчас там проедем. Так, как-то надо прямо ехать, но тут роща вот мешает. Короче, ее надо объехать. Как-то рощу надо объехать. А, неважно с какой стороны, объедь. Вот большая осталась роща. Дорожка стоит. Водоем где-то рядом. Тут, похоже, уже виден. Тут просто плохие машины для бездорожья еле ползут. А этот опрет себе допрет. Вот это озерцо. Рискнем, может проехать прямо по воде. Роща такая-то. Роща. Островок. Лесной островок. Можно так и назвать. Лесной островок. И прямо в озеро. Вот эти цветы везде растут. Цветы машина не повреждает.
Давай, прямо на пролом. Я думаю, тут не очень глубоко. Так, пишет опасный уровень, но это фигня уже. До крыши далеко, так что нормально. На фоне вот этого лесного островка. Так, а так надо ехать и так и ехать до конца, да и все, и потом уже возвращаться. Ну давай ради прикола круг почета тут быстренько совершим по этому зерку. Так, по приколу, я думаю, ну, его легко проехать. Что-то болотное озеро легко проехать. Вообще не глубоко. Ну не лужа такая, но как пруд. Можно считать. Но вот там рядом. Ну, не знаю, какая глубина. Метр полтора. Тут метров. Тигер такой страшный. Мощь кота. Вообще без проблем, искупался, вылез. Все окей. Ну водоемы надо знать. На карте Урал, так там опаснейшие русла, там можно утонуть и запутать. Да, старая вырубка, нет, не нужно. Лес фигово растет. Все высадили, какой-то молодняк подрастает. Карьера. Как это носка на карьер или на экран ехать. Так идут. На карьер или на экран, куда ехать. Цепи вот подножка прикольно болтается. Усики. Вон, вон там точка, давай. Ну давай съедем. Я уже ее проскочил, ну давай все равно. Там стопудово гидроусилитель, такую фигню. Никаких сил не хватит проворачивать. Коммунистов в этом пробеге в Каракумском тоже была командорская машина, была вот такая со сверхбаллонами, но там правда легковой газа, так он еле им удавалось его еле поворачивать. Усилия офигенные, надо лучше обязательно усилитель ставить. Сил нет такую фигню повыше. Так, давай посмотрим, куда это. Ну да, в конец. И как-то на дорогу, и все, возвращаемся и конец. К бурному потоку, то есть возвращаемся. Да, где цветы, которые светятся ночью. С виду какие-то обычные цветочки. Анютины глазки напоминают. Но при этом офигенно светятся по всему. Анютины глазки, это народное название вроде бы. По-научному она виола, но вот. Интересный тоже такой цветок, двухлетний. Надо обязательно 2 года расти. Так, это куда мы прибыли? Нет, пока еще надо ехать.
Дороги пока нет. Тут все пожухло, золотой цвет. Надо искать место, как продраться. Слушай, не край карты. Нет, дорога должна быть. Ну давай, продираемся как-нибудь. Будем надеяться, что продраться удастся. Так, ну-ка давай-ка сюда. Дорога-то рядом, но что-то тут завязает. Это пока не получается. А кстати, на лебедке его фиг сдвинешь, что он тяжелый. Не завязнуть бы тут. Ой! Нет, нормально. Сейчас очень опасно было дело. Нет, все нормально. Он тут может опрокинуться. Ну, устойчивость большая у этой машины. Хотя лебедка его хрен сдвинешь, что он тяжелый. Нормально все, вылез на эту лесную дорогу, короче. Че, возвращаемся? Сейчас проверим, быстро сюда едем. Ага. Сейчас там пойдет очень плохое грязное фигня. И уже к броду. Долго изучать карту, вот вроде бы простая карта, да. Далеко не простая. Если тотально все изучать, то дефолтную эту карту фиг не изучишь. Много времени. Это ничего не возя, просто кататься на самой лучшей машине какие-то есть. Да. Без пробуксовок практически я везде еду. Какие каши тут. Все, пошли каши. Ну теперь уже недалече. Скоро приедем. И мощные рессоры в ней. Вот интересно, что вот это такое? Какие-то цилиндры, наверное, стоят. Но для чего они нужны в редукторе? Наверное, тоже в редукторе, наверное, тоже какие-то колебания очень сильные при таком движении. Ну, короче, вот какие каши приходится преодолевать. Сейчас все, возвращаемся назад. Тигер, интересно. А все, уже гараж. Можно немножко в кабине прокатиться. Можно все-таки в этой... Вот эта машина очень хорошая. Занятно в кабине можно кататься. Эффект такой неплохой. Настоящего этого Урала. Качает по такой грязи, когда ехать. Может даже укачать на привычке. Что для тебя непростая еда, хотя он на этих громадных покрышках плавно идет. Он все бурный поток.
Так, вот сейчас будет выбираться. Да, без проблем. Поток этот для него фигня. Вот насколько он более мощный, чем обычный Урал. Что раз там стоит 375-й Урал. Похоже. Насколько этот более крутой Полярик. Вон он, насколько выше его. Это и рама-то какая мощная. Что мощь полярника сразу чувствуется. Могучая машина по сравнению с Уралом. Ну, длина рам примерно одинаковая, но при этом он очень высоко поднят, короче. Вот такая карта стоковой равнины с Уралом полярником, на котором вот такая аэрография, не знаю, тигр какая-то, девка.